Всем привет! С вами Мария, и сегодня я готовлю томат на зиму. Для этого мне понадобится томат и немного времени. Томаты нарезаю так, чтобы они произвольно входили в мясорубку. Перемалываю их для дальнейшего кипячения. Томат ставлю на плиту, довожу до кипения и кипячу примерно 30-40 минут в зависимости от объема. Время прошло, кипящий томат раскладываю в стерилизованные банки, закрываю, укутываю до полного остывания. Томаты я всегда закрываю много, поэтому вот вам баночки побольше. А также оставшийся томат можно перекладывать в пластиковые стаканчики и замораживать. Свойства он от этого не теряет. Если вам понравилось видео, пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч и приятного вам аппетита!